Собак в настоящий момент у меня 85, 51 собака в доме и 34 собаки находятся вот в этих помещениях. Почему они отбираются так? В доме старые собаки, больные, инвалиды, слепые, а здесь собаки здоровые, крепкие, поэтому в этих помещениях. Маленьким щеночком в подъезде запинывали подростки. У него был перелом лапы в трех местах. Вот это Сашенька. Саша у меня хорошая Саша. Собаки попадают в основном тяжелые, или аварийные с дороги, или больные, или слепые. Люди звонят, просят помощи. Вот таких собак я беру. Нюшенька нашла на остановке. Ее кто-то, видимо, стерилизовал и выпустили. И она лежала на остановке, и уж все разошлись. И все наружу, все кишки. За 2020 год я пристроила двух собак всего. Это Баллонка была, у которой хозяин умер и жила в подъезде, беленькая. И еще один мальчик, тоже такой хорошенький, симпатичный. Берут же хорошеньких, симпатичных. Его тоже взяли. Вот за 2020 год двух собак всего лишь навсего. Собак в основном спрашивают щенков. Но у меня щенков не бывает. Кушаем только тогда, когда у нас есть помощь от людей. Нет помощи, сидим сухари едим. Собаки, поступающие в приют, они все стерилизуются, кастрируются. Оказывается, им необходимо лечение. Собаки – это моя жизнь. Я по-другому своей жизни не представляю. Ну, как там, как мои дети. Как, я не знаю даже, как сказать. Часть моей жизни. Я без них не могу.